вечер, дорогие мальчики и девочки. А вот и мы. Здравствуйте, Юля. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Какой сегодня чудесный день был. Да, день сегодня действительно удивительный. И на душе так легко и радостно, как будто бы попал в добрую страну. Куда, куда? В добрую страну. А разве такое есть? Конечно. А вы о ней ничего не знаете? Нет, не знаем. Не знаю. А ты откуда про нее знаешь, а? А я прочитала о ней вот в этой книжке. Ой, а нам расскажи. Да, конечно, расскажу. Слушайте. Началась эта история так. Жил-был на свете один добрый правитель. И решил он как-то раз сесть на корабль и отправиться в путь. На белый свет посмотреть и себя показать. А главное, хотелось ему найти такую страну, где бы все были счастливы. Говорят, что есть на свете добрая страна. Там и взрослые, и дети счастливы сполна. Там всегда на небе солнце, а ненастья нет. Только как найти страну мне эту? Кто мне даст совет? Куда ты собрался? Какую страну невиданную искать вздумал? Хочется мне, дедушка, такую землю найти, где все от мала до велика счастливы. Хочется мне на ее жителей посмотреть, а если они и впрямь все в радости живут, то их законы и в родную сторонушку привезти. Ох-ох-ох, и нелегок будет твой путь, милок. Пусть нелегок, ты только скажи, куда корабль направлять. Да вот курс прямо держи. Да только будь внимателен. Ведь и мимо этой земли счастливой проплыть можно. Тиха она и неприметна, как сама доброта. Спасибо за совет, старче. Я уж во все глаза глядеть стану, а вось не проплыву мимо счастливого края. Волны вдаль несут меня. Где же добрая земля? Должен я ее сыскать, чтобы все узнать. Долго плавал правитель, устал, измучился, а все никак доброй страны найти не мог. Эх, видно, не сыскать мне этой чудесной земли, не узнать, почему в том краю счастье есть, а в других землях все больше горе да беда встречаются. Ох-ох-ох, видно, придется мне домой поворачивать. Кто тут вздыхает? Кто тут слезы горькие льет? Да как же мне их не лить, если я добрую страну найти не могу? Наверное, просмотрел я ее. Старик говорил, что она тиха и неприметна. Не плачь, а лучше оглянись. Земля, которую ты ищешь, находится прямо за твоей спиной. Неужели правда? Да. Ничего тут особенного и нет. Солнце такое же, как и у нас, светит. Облачка белые по небу катятся. Может, пошутила эта рыбка надо мной? Может, и не какая-то недобрая страна? Почему это недобрая? Самое, что ни на есть, добрая. Ой, а ты кто такая? А я просто маленькая девочка. Ну, что ты тогда понимать можешь? А то и понимаю, что у нас страна доброй называется, что все друг другу во всем помогают. А вот и неправда. Ты-то такая маленькая, кому помочь можешь? Очень и очень многим. Я и маме своей, чем могу, помогаю, и ребятам, своим друзьям. Добрый ты малыш. Что ж, все у вас так поступают? Конечно. Да у нас даже крошечные жучки, и те друг другу помогают. Если всех любить и ко всем по-доброму относиться, то обязательно найдется тот, кому ты можешь хоть немного помочь и принести ему радость и даже счастье. И понял тут правитель, что страна, в которую он попал, действительно самая добрая и счастливая. Да по-другому и быть не могло, если даже самая маленькая девочка в этой стране такую великую мудрость знает.
Вот и вся сказка. Ох, и здорово, что правитель эту чудесную страну нашел, да? Еще как здорово! Ну, ведь его страна потом тоже счастливой стала. Конечно, потому что все в этой стране посмотрели вокруг добрыми глазами. И увидели, что солнышко ласковое. Ой, прямо как у нас в Шишкином лесу. Ага. Ну, а теперь, мои дорогие, пришло время прощаться с ребятами, уже поздно. До свидания, ребята. До завтра. Всего вам хорошего, друзья. Добрых вам снов и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора.